исполнилось 100 лет со дня рождения Семена Федоровича Сайкина. В 1967 году он встал у руля вновь созданного Чувашского госуниверситета. В память о нем в ВУЗе собрались студенты и все, кто был знаком с первым ректором ЧГУ. Семен Федорович был очень доброжелательным человеком, никогда не повышал голоса, никого не ругал, старался развивать сотрудничество с другими вузами, обладал большим организаторским талантом. Кроме того, был депутатом Верховного Совета СССР. Хочу сказать, что глубоко символично сегодня, в этом году, отмечать эту дату, очень серьезную, круглую, как я сказал, потому что за время работы ректором Семена Федоровича подготовлен 14 тысяч специалистов с высшим образованием для всех отраслей Чувашской Республики, народного хозяйства и Советского Союза. Сегодня мы можем сказать, что университет подготовил 100 тысяч специалистов. 100-тысячный выпускник закончил университет в этом учебном году, в прошлом учебном году. И 100 лет Семена Федоровича Сайкина. Семен Сайкин вошел в историю Чуваши и как ученый. Его основные исследования касались теоретической механики. Все, кто знал Семена Федоровича, очень тепло отзываются о нем и о всей большой и дружной семье Сайкиных. Сыновья пошли по стопам отца. Кстати, на вечер памяти Сергей Семенович Сайкин, профессор кафедры высшей математики, пришел со своим внуком. Возможно, и он станет продолжателем такой уважаемой в республике династии. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.